Вот это, ребят, контент. Я не удержался, еще одно сейчас видео в прямой эфир запилю. Вот здесь, конечно, интернет плохой. Метель 0 градусов. Я запустил священный двигатель своей ракеты. Сейчас иллюминация. Послушайте, решил двигатель, послушайте. И, в общем, предстоит мне путешествие. Надо... Маслица, смотри, когда я менял, на 121, то есть 7000. В прошлый раз я 15-16 не менял. Но у меня, понимаешь, у меня весь пробег по трассам. Вот. Так, ребятки, секунду. Вот. Моя рок-н-ролльная флешка, хотя коробка с дисками всегда со мной. Сейчас еще раз этот вот рождение рок-н-ролла. Сейчас я его включу, послушаю, вам маленький отрывочек поставлю. Это просто невозможно. Невозможно не поставить. Вот, сигнал пошел. Это Карл Перкинс, ребята. Песня называется «Рождение рок-н-ролла». Я сейчас дождусь, пока прогреется, просто послушать, как работает двигатель. Но все работает нормально. Все системы в порядке. И 6 июня, день рождения моей ракеты, 10 лет. И я вам говорю, я считаю, что я вообще считаю, что вот это сглазить это невозможно. Я против этого. Презираю эти понятия. Сглазить, не сглазить. Ничего я сглазить не боюсь. Эта ракета меня где только не возила. Вот это весь пробег мой. За тысячи километров, как говорится. И во тьму, в холод, в жару. И ни разу, ни в чем не подвела. Я только менял массу. Ну и там какие-то мелкие детальки, которые на ходовые качества не влияли. Это, друзья мои, Hyundai называется. Понимаешь, это Hyundai. Это тебе не баран чихнул.